Привет, друзья! Сегодня вышел просто прогуляться по лесу, подышать свежим воздухом. Но чувствую, прогуляться просто не получится. А все потому, что... Вот. Строчки. Я думал, сезон на них уже прошел. А оказывается, не прошел. Так что придется сегодня собирать грибы. Такие красавцы, да? Строчок обыкновенный. Так что так. Смотрите, друзья, канал Коплив. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Приятного просмотра. Попались переспевшие гигантские строчки. Действительно здоровые ребята. Вот один. Сейчас мою ладошку. Оп. Красавец. А вот еще второй больше растет. Просто огромный. Недаром называется гигантский строчок. Десыны. Грибочки. Говорят, тоже вкусные, но что-то я их не хочу пробовать, просто нежелание. Может быть, когда-то и насобираю их, но не сегодня. Не думая, не гадая, наберу еще и грибов. Вышел сегодня просто прогуляться по лесу. Даже ножик с собой не взял. Оказывается, еще строчки есть. И вот еще один. Я уже думал, сезон на строчки прошел, они все есть и есть. В этом году их было достаточно много. Ничего, насобираю еще. А вот еще один попался. Берем. Вот они, друзья. Десыны растут. Уже, правда, тоже отходят. Подопавшие такой березы. Вон они. В этом году их много, даже очень много. Может быть, на следующий год я созрею их собирать. В этом пока не хочу.
Друзья, кто знает, вот такая вот лесная тропинка идет. Справа грибов полно, ходи собираешь. А слева такой же самый лес, все то же самое, грибов вообще нет. Как будто эта тропинка не тропинка, а забор. Может, кто-то в курсе, напишите в комментариях. Только что были сильные порывы ветра, сосны почти до земли гнулись. И где-то вдалеке слышал, упало дерево, какой тяжелый звук был. Надо ходить, оглядываться, чтобы не прибило случайно. Пока очередной строчок. Увидел, друзья, грибочки. Сморчок обыкновенный, он более темный, чем строчок гигантский. Строчок гигантский, он рыжеватый такой. В прошлом видео они мне тоже попадались, но я еще не знал, как их различить. А это недавно почитал в интернете, поумнел уже, теперь знаю. Говорят, он более ядовитый. Ну, это так говорят. Вот, ребята, еще пару красавцев растут. Оп. А он вообще шикарный. Да и не один. И это называется сезон закончен. Я в сезон и столько не собирал, сколько сейчас. Забираем. Маленький, прималенький, но зато удаленький. Большая
без сына вымахала. Чем-то похоже на вешенки издалека. Но, к сожалению, не вешенка. Такая странная особенность, когда ничего не планируешь, толком с собой не взял ни нож, ни камеру, толком не зарядил. Просто вышел подышать свежим воздухом. И тут на тебя набрал вот такой пакет строчков. Подкинул себе работы дома. А когда конкретно запланируешь что-то, соберешься и ничего не получается. Все это странно. Так что, друзья, буду заканчивать на этом. Спасибо, что смотрели. Комментируйте, подписывайтесь на канал Коплив. Ставьте лайки. До новых встреч!